На пикниках спиртное, все, вот, на пикниках спиртное не было. Например, кофе, чай. А вот особенно кофе, хороший кофе. Вот кофе, смотрите, кофе. Возьмите кофе. Там, и сделайте какой-нибудь такой, ну, вот, завтрак. Я не беру обед, там, ужин, или, а просто завтрак такой изысканный, красивый, несоздаваемый этот завтрак. Вот на пикнике, без спиртного, без ничего. И вот, знаете, сделайте, музыка красивая у вас поет. И вот пикник, я пикник вот не признаю, который в нем бухал есть. Это не пикник. Это я пикник такой не считаю. Пикник это, я считаю, когда чай, кофе, а спиртного там вообще нету. Вот это спиртного. Вот пикник. Отдыхайте, веселитесь, около речки купайтесь, рыбку ловить, так далее. Все вам природа создала. Вот и главное природу, берегите природу. Она же вам так же оплатится. А у нас что у тебя? Вот это жадность. У нас что происходит? Почему жадность? Ой. Вот не буду про эту жадность, уже она и так, вон, ее видно, она все уничтожает. Вот. Мне главное природу берегите, пикник. Пикники делайте, вот эти пикники. Отдыхайте, веселитесь. И как у нас говорят, пикник. Я вот как-то шел, да, ну, тоже вот, это вот я сам душой своей принял. Пикник, короче, там отдыхали, а у них в стороне сумки стояли. И, короче, я шел, ну, я в таком незрячном виде шел, видать. И вот, представляете, я, короче, на их пикник напал, и вот к этим сумкам, вы представляете, они к этим сумкам, да, аж подбежали, чтоб я их не украл, понимаешь. Они думают, вы какой-то человек незнакомый, вот это преступный, вот у нас вот такая. Они раз подбежали к сумкам, защищать свои сумки, как бы, чтоб я их не украл. Вот, вот у нас все вот происходит. Вот, потому что злодеи, они везде и всюду находятся, и в лесу, и так далее. Вот, я вот не знаю, вот эти злодеи. Вот почему вот у нас полиция ловит не тех, кого надо. Они, это, короче, полиция, это бездельники они. Они, короче, жрут, пьют и больше ни хрена и делом своим не занимают. Да, я знаю, вот как сказать.